месте маленьких деревень поднялись новые микрорайоны. Один из самых молодых – Строгино. Очень здесь нравится, потому что здесь и Москва-река очень близко, и лес можно пойти, и летом погулять, и зимой можно на лыжах покататься. Ребенок здесь родился, Женя зовут. Все время на воздухе гуляем. Воздух чистый вообще. Некоторые даже называют, что это московская спальня. Сюда приезжают только ночевать. Все удобства есть, магазины много, строили, строят их еще много. Переехал я из Якутии в Москву в 80-м году. Сразу же попал в этот район. С 80-го года живу здесь. Ну, переезд связан с работой. Я здесь работаю. Район очень нравится. То есть все как-то удачно скомпоновано и расположено. То есть наш район, вот, Строгино, он, собственно говоря, как микрогород в Москве.